сука, не обламывай мой кайф. Всем привет. Знаете, ну, видео, конечно, такое, с долькой юмора, но неужели где-то на Земле есть такие мужчины, которые от этого откажутся? Я, честно, может быть, просто чего-то не понимаю, но мне кажется, во-первых, все мужчины это любят, а во-вторых, но даже если мужчина уставший, то если женщина ему это делает, то, ну, как бы от него энергии по минимуму, надо просто лечь, расслабиться, там, сесть, расслабиться. Все. В общем, как-то странно.